Добрый день. Всем привет. Даже доброе утро. Так, Алеша сказала, сама заберет. Ну ладно, бери. Так. Так хорошо покушали. Мы яичницу, дети кашу. Красивые искусственные цветы, но я их не люблю совсем. Прохладненько. Но мы так и остались, как были. Во-первых, знаете почему? Потому что душевая и туалет как бы вместе. Я там заглянула, ой, боже, как там мыться. В общем, мы не пошли мыться и одежду не доставали, потому что в машине жарко. Вот, кофточки есть и ладно. Беги с той стороны. То. Мы уже все упаковали. Арбуз так и не ели. В общем, ой, у нас тут еще пирожки есть. В холодильнике есть еще еда. Все. Мы около Уфы. Километров 100 не доехали, да, пап, не осилили. Вот. И сейчас мы держим путь. Вон там собак, смотри. Ну, до Челябинска. Бежит. А мы тут с Васей загадали. Места мало. Вот в этом, ну, вот в этом отеле, наверное, не знаю, там 53. И я смотрю, занимаются семейные пары. Ну и люди с семьями. А дальнобои, скорее всего, спят у себя. Потому что сейчас смотрю, заходят. Ну, раздетые, все. Ой, как холодно. Что случилось? Собаку выгуливают. Проезжаем, посмотрите, тут горы мелкие, но зато вот видать облака на горах прям. А в Крыму, наверное, в дождливую погоду облака, наверное, вообще красиво, но мы не попали. Ну и слава богу. Когда жарко, было хорошо. Тут дождь накрапывает. Надо доставать обувь и носки. Такие вкусные пончики. Дети еще не все съели, побежали еще себе поназаказали. Ну и ничего тогда, вкусно все. Поэтому мы чисто так, мы с папкой кофе пьем, он самсу заказал. Между прочим, в Башкирии, где мы были, самса сделана из говядины. Мы так обрадовались, заказали, а она из говядины. Мама, у тебя есть вот здесь. А здесь вот уже Челябинской области, как у нас в Боготоле, такая из курицы. Че прибежала? Иди вон там пей свой чай с отцом. А что ты в сосисках? Дарине пончик оставь. Не хочешь? Мои. А зачем тогда заказали? А, или ты две сосиски в печи заказала? А-а-а. Понятненько. Он даже Саша ест, да? Вкусно? Мам, там буду пончик. Будешь, хорошо. Саша же один пончик. Угу. Саша два пончика. У Дарины уже совсем расплетаются косы. Резиночки порвались. Я это заплету. Да уже надо будет расплетать ее. Зачем уже? Смотри, как у нее пушится все. У девчонок еще не очень. А у Дарьки вообще все вылезли. Она даже не одна. Лучше бы вот такие, доча, да, делала, вот, как у девчонок. Давай вместо этих ниточек. Ну, школу. Можно голубенькие сделать перед школой. Голубенькие. Но. Мама, а мы, наверное, в школу не пойдем нынче. Настя звонила, сказала, что закроют, похоже, тюхтет.
Нас вообще, наверное, не впустят. В поле будем. Или в готовили. Нет, мы, наверное, будем сидеть на карантине. Нам продукты домой будут приносить. Ой, да я не хочу пончик. Наелась. Третий пончик, а кто твой пончик будет? Вон папе отдай, пусть он доест. Обманули. Сказала, если запрещено, как у себя видно. Ты круассан заказала? В общем, у нас все эти 15 или 14 зараженных уже прям конкретно. И 30 на подозрение. Им сегодня-завтра тюхтет закроют. Если закроют, мы не успеем доехать, то капец. Не знаю, что делать будем. Нам бы будем боготоли. А кому мы нужны боготоли? А папка такой говорит. Надо было вообще не торопиться. Надо было обратно в Аку вернуться и еще на 2 недели там остаться. Ну, не 2 недели, хотя бы неделю. Да, папка? Возвращаемся, поехали. Ну. Пока далеко не уехали. По пути только. А между прочим, зрители наши все пишут. Это Тамара Петровна всех измучила. А между прочим, Василий Владимирович тоже за путешествие. Я говорю, он сам первый начал. Надо, чуть-чуть мы поехали, надо было остаться еще. Взять в Оке на неделю без питания. Там бы еще покупались. Ладно, домой поедем. А теперь уже все, домой едем, уже домой. На Алтай? А что там делать? Погода какая, смотри. 14 градусов, холодина. Мы, видите, как одеты. Носочки все намочила я. Не стали штаны одевать. В машине жарко, носки только одели. И то сейчас будут переодевать. Некоторые личности. Личность, ты будешь носки переодевать? Да. Ой, давай сейчас еще уроним все. Вот мы едем, что-то типа тумана. Я Васе говорю, это скорее всего облако, мы, наверное, высоко, да? Возможно. Видите как? Кто-то на нас смотрит и думает, что о, там какой туман или облако, а мы сверху. Видите? Едем медленно, потому что дорога мокрая. Впереди дорожные работы. Цены, конечно, драконовские, что говорить, на заправках. Но папка говорит, не могу, погода такая, видите. Спать хочет и все. Мы почти в Челябинске. Время 2:30. Еще когда бы попалось, где-то 50 километров до Челябинска. Связи нету, поедем дальше. У меня видео до сих пор не груженное. Я его вчера сделала, но загрузить вообще невозможно. Связи нету. Сейчас вот где-нибудь ближе к Челябинску остановимся на часик, видео загрузим. Что ты хочешь, Дариночка? У нас же есть там попить, все, что хочешь. Машина открыта. Тихонько. Вот за раз съели. Целая пачка? Ну. Нет, они все съели. Так он вообще как паром дал сидеть. Ух, побежали. Капучино пьем. Пап, а я видела фильм. Я раньше салате пила, потом что-то как-то это. Сейчас американо. Хотите поехать? А? Одна девочка уехала. В латте очень много пены вот этой.
Американо прям горький. Капучино? Это что, американо или что? Средний. А сладкий какой? Не знаю. Ой, у нас тут такой бардак на самом деле в машине. И прибираться неохота, холодно. Мы остановились до кургана. 100 километров, что ли, не доехали мы все равно. У меня что-то хондроз вообще разыгрался. Вася уже вчера укол ставил. Не могу прям аж шевелить головой, не могу. Подушки надо брать? Нет, у каждого по кровати, у каждого. Я взяла 4-местный номер и 3-местный. Да, потому что цена одинаковая. Хоть 1-местный бери, хоть 4-местный. Я говорю, так давайте нам каждый на своей кровати будет спать, как принцесса. А это не знаю. То ли душ, самое главное, есть. Так, по полу не валяйте ничего. Ну что ты делаешь, Дарин, ты Саню так придавишь. Так, все. Достаем все подряд. И арбуз. Сейчас мы номера покажем. Время 7. Ну, решили остановиться. Все, я уже больше не могу ехать. Правда, вот, и вот тут кафе зато. Хондроз замучил. Хорошо хоть меня, а не папку. А то как бы ехали. Моя кровать с Сашкой. Ура! Вот тут я сплю, Сашка. Вау, я дети сплю, такие. Ну-ка, Сашка, обувь снимайте. Мне же я там. Сашка, снимай обувь. Я в общем, номера. Вот такая душевая кабина. Там у родителей спать. Что? Сюда ложись, а я сюда. Вы у родителей. Ну, шторки вообще классно, все так подобрано, круто вообще, мне так нравится. Слушайте, я хочу дома ремонт сделать. Может, нам вот такие, вот так покрасить кухню в такой цвет? Красивый, да? Нет, сейчас. Папа, мам, пока есть две розетки. Вон ваша. Угу. О, вам хватит 3 розетки. Все, надо навешать. Вот наша. Неужели? То, блин, кидают везде, по полу валяется. То на вешалку ей надо повесить. Мам, скажи, что Томочка с вами спит? Мам. Конечно, с нами. А что ты хочешь с Томой спать? Вот это моя, это Томина Женя. Саша размечталась. Вот я вот на что сплю, размечталась. А? Упадешь? Ну пошли вместе. А, иду, иду. Сейчас наш номер только покажу. Тут немножко шторы другие. Хотя покрывало одинаковые. Тут также вот, смотрите, как красиво, круто. Вообще мне нравится. Вот. Так, шторы из 3 сделаны. Угу. Ну, папка тут ляжет. Мы с Томой тут. Она говорит, что без разницы. Хоть один номер берите 2000. Хоть 3 места 2000. Я говорю, так давайте вот так вот. Да, круто. Отдохнем.